Всем привет! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Никиты, и мы сегодня будем ролить на 60 тысяч самых героев. Ну а перед этим я прирекламирую гильдию, в которой он находится. Гильдия Злоны, вроде правильно выговорил, очень сложно выговорить название такое. Требуются игроки от 120 тысяч силы, на БГ факелах быть обязательно. Пропуски за БГ, ну, как обычно, кик. Босс 3, 19.00, босс 4, по четвергам, субботам в 20.30. Есть своя группа и беседа в ВК. Кидайте заявочки, подписывайтесь, вступление со 120 тысяч силы. Так, ну что нам сегодня надо? Нам сегодня надо выбить последних героев, желательно последних, которые вышли после Анубиса. Давайте изначально посмотрим его алтарь, что у него есть. Так, тыковка без берса. Видимо, берс очень плохо падает. Смерть. Ну, в принципе, для БГ на такой силе скатит. Так, Влад Дракула. Ну, он уже не особо актуален. Дед Мороз пойдет. Тоже вторая эволюция. Вот хороший варлок на прокачке. Череп тоже хороший. Дрейк интересный с бастом. Гаргул топовый. Душек с разбросом. Малышник в потолок вкачанный. Тоже неплохое решение. Так, хранитель со стойкостью. Рино с каменкой. Дерево ремочка. Валька ремка. Одержимый для подземочек, я так понял, хорошо качается. Так, ведьма. Купидон с ремкой пятой, это хорошо. Арес 4-5. Так, душек берс, фея, укротитель, медуза. Дальше у нас пошли допы. Ну ладно, пересмотрим уже всех. Так, лево замедление. Так, 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 так. Друиды пошли. Ну тут все пошли у нас. Доп. Но таланты, как видите, четверки, пятерки в основном даже. Неплохо, неплохо. Так, что у него по донату? По привычке захожу, как обычно, в акции. Ну, как видите, аккаунт не донатный. Так, ну что, смотрим, давайте еще посмотрим алтарь. Книг валом. Что у нас есть по героям? Но неплохо так сыпет. Дрейк. Так, хорошо. У нас есть сундучки. Он просил их тоже открыть. Давайте попробуем, пооткрываем. Начнем с этих. Так, три карты смены упало. Ну, неплохо. Еще две карточки. Тоже хорошо. Так. Ну тут, как видите, тут коробки не особо падают. Тут смены падают. Вот. Как только сказал, не падают коробки, смены падают. Нам упала одна коробочка. Это хорошо. Это уже хорошо. Мы ее откроем в конце, посмотрим, что у нас там по талантикам. Возможно, нам упадет берс тыковки. Так. Побежали дальше. Ну, гильдии давайте откроем. Так, сундуки с форта использовать. Давайте по 10. Интересно, упадет ли нам отсюда коробочка? Есть, вот сразу первая коробочка. Правда, с 10, конечно, сундуков. Но у меня уже полгода где-то не падают коробки. А тут, смотрите, это хорошо. Так, две коробочки у нас уже на талантике есть. Смена. Ну давайте еще хотя бы две. Рэндом, конечно, жестокий, как обычно.
Так, ну. Да давай коробки уже. Что-то не знаю, раньше падала через раз коробка, сейчас смотрю, вот 100 сундуков открыли. Печалька, только одна коробка упала. Ну, хоть одна. Это никак у меня ни одной. Так, хорошо, открываем карты легендарки. Что ему тут не хватает? А в принципе у него все эти герои есть. Так, а что у него по аресам? Так. Ара не вижу. Вот он у него есть. Так, Купидон. Купидон, Арес, Ведьма. И одержимый. Так, а тут что у него? Вальки вижу. Ведьму еще одну ему надо выбить для прокачки. А река вообще нету. Купидон есть, он, я думаю, и так сделает. Ладно, поехали. Открываем. Так, ниндзя. Суккуб. Ну, самые топовые герои падают. Тыква. Триант. Ну, это тоже не надо. Ну, тут изначально с этих карт падают все начальные герои, которые нужны там на любому аккаунту, который не прокачан. То есть, как видите, там. Ну, это хорошо, тыковки падают. Раньше вообще тыкву было проблемно выбить. Сейчас, значит, аккаунт. Пара выпал. Сейчас, значит, аккаунт намного проще, чем раньше это было. И получить героев и прокачать их намного быстрее можно благодаря локациям. Нужен только нормальный онлайн. Так. Ну, тут все понятно, думаю. Тут на какую-то имбу можно не надеяться. Так, использовать, открыть. Поехали, следующие карты. Кенди. Это уже хорошо. Варлок. Варлок у него прокачанный. Тыква. Триант. Дедушка. Дедушка у него тоже уже второй эволюции. Так. Капитан Дрейк тоже второй. Гарпия. Тыковка. И бульдозер второй. Так, использовать, окей. Ну, Дед Мороз. Ну, тут понятно. Тут с этих карт, как вы знаете, ничего толкового не падает. Так. У нас уже две гарпии. Дерево есть. Ну, вот так вот. В общем, честно говоря, толку от этих карт никакого. Так, ну что, поехали. Начнем сегодняшний трешачок. 60к. Попробуем выбить бесплатного вольта за сам. Так, ну поехали. О, 450 давайте. Так. Варлок. Это уже интересно. Бог грома. Начался трешачок. Так, ну все, конечно, круто, но нужна имба. Да, 5К и как-то все, ребята, печальненько. А ну бы стрелка надо. Ну, сердцеедка. Ну, сердцеедка, конечно, круто. Смотрите, блин, Купидон, князь Теква. Нам нужен Анубис стрелок. Афина тоже не помешает. Укротитель. Опять падают все начальные герои. Да. Вот Тесса. Это хорошо. Это очень даже хорошо, потому что она ему вроде как и нужна. Сейчас посмотрим. Не помню, чтобы у нас Тесса была.
Так. Да, у него даже ее нету вкачанной. Это хорошо. Первый герой. Герой тоже интересен. Надеюсь, он ее будет качать. Она заходит на архидемона с отражением. Поехали дальше. Рыцарь. Да давай ты уже что-то интересное. Да, 15к как в никуда. Тратить самоцветы я люблю, особенно на чужих аккаунтах. Заебись, поздравляю. Блин, ну чё я могу сказать? Да, соседна, ну, охрененный герой. Если смотрели обзор, реально герой того стоит. И это хорошо, что мы его выбили. Кайф. Вот это я кайфанул от ролла уже. Хотя не то Анубиса и Стрелка, я надеюсь, они нам сейчас еще упадут. Кенди. Так, РТшка. Медуза. Ну, Медузы у него, по-моему, есть. Ребята, это просто топчик. Заклинательница для подземочек ему будет самое то. Нету Анубиса, альтернативный вариант заклинательница. Ну, вы обязаны просто поставить по лайку, поддержать парня. Да, неплохо, неплохо. Интересные герои выпали уже. Атлантикор. Еще одна медуза. Так, фара, это все хорошо. Давайте на мимбу еще одну. Чтобы у него было заняться чем в ближайших полгода. В принципе, три героя есть. Три героя очень интересные. Седна офигенный герой во все локации. Заклинательница на подземочке. То, что надо ему. И Тесса тоже, в принципе, хороша. Ту же самую забытую битву. Так. Мы что-то разогнались. Пора сноузила. Ну это все круто, ребята. Где душегуб? Тыква. Да вы издеваетесь. Ну не знаю, у меня как-то чаще падают на моем аккаунте. Не знаю почему так. Ну. Вот я заметил, на других аккаунтах не так падает. Так, ну давай, малышник, ну. Давайте попробуем потрешивать как-то, я не знаю даже. Дед Мороз, ну блин, ну все есть. Фрэнки заебца. Ну, тоже недостающий герой, четвертый уже, причем, блин, ну круто, ему на аккаунт он зайдет очень хорошо. Так. Ну, поздравляю, поздравляю. Еще один малышник. Так, 6500. Ну, рандомчик. Ну, зачем нам Атлантикор? Ну, так, ну, давай, 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 давай. Раз, два, три. Друид, блин, ну. Эх. Ну, чё расстраиваться? В принципе, выбили офигенных героев. Анубиса, Стрелка, как обычно, мы не выбили. Они только у меня падают через раз. Но, зато мы выбили. Сейчас мы посмотрим. Охрененных героев. Я скажу вам так. Сейчас мы их откроем и откроем коробочки. Вот смотрите. Так, сердцеедка у него, по-моему, есть или нету? Так, смотрим, смотрим, где там сердцеедка. Есть у него одна. Ну, на повторочку сойдет. Так.
Давайте откроем. А он уже сам решит, кого качать. Но я бы в первую очередь качал бы заклинательницу и сэдбу. Для подземок то, что надо ему будет. Так, использовать. Окей. Заклинательница есть, сэдна. Ну блин, самый последний герой, самый, как по мне, тоже универсальный, офигенный. Мы его выбили. Это круто. Тесса есть. Так, посмотрим, что там у них по талантиках получилось. Так, разбросик, БВшка, бег. Короче, полный трешечок. Давайте попробуем паролем. Так, стойкость не то, не то. Давай что-то топовое с пятерочек. Ярость заменим. Живо. Так, утекание сюда можно поставить. Замедление ставим пока сюда. Ему для демона так, смертельный удар, четверочка. А тут даже у него, в принципе, некому ставить. Давайте поставим сюда. Так, бог войны, ремочка. Ну, как видите, хреново талантики падают сегодня. Это уже доказано было на роллингах сегодняшних. Так, ну что, поехали, открываем коробочку. Ну что нам надо? Нам желательно бы, конечно, берст достать для тыковки, чтобы ее докачать. Но неплохо подойдет и каменка, и каменка подойдет неплохо, потому что каменка была бы в самый раз. Ну, поехали. Бог войны. Блин, ну. Ну, это круто. Так, смотрим. Сюда тут есть, тут есть. Тут прокачано все. Малышник с богом. Так, тут все хорошо. Одержимость с бастом. Сюда не надо. Бум-бум-бум-бум-бум. Сейчас надо подумать. И бог войны не нужен. Ей, в принципе, как вариант, как дамагера делать с богом войны. Тесса с богом не очень хорошо себя показывает. Она проседает. И надо все-таки баст. Ему, блин, трешевать нормально. Ну, в принципе. Блин, если бы знать, который будет следующий талант, второй. Что тут у него есть еще? Можно Лео, конечно, поставить, но на нее тратить, у него ремка не скоро будет. На нее тратить такой талантик. Медуза. Медуза только вторая, надо с богом войны. Сюда смысла нет. И я не особо актуально. Арясу тоже неохота, блин, тратить. И Фрэнки с богом войны, он не особо там имбовый. Ну реально, ну вот новый герой, я вижу как вариант, как дальниками бегать. Ставить на Седну. Потому что заклинательница ему нафиг не надо, ей надо подольше простоять. Фрэнки так себе, для Тессы тоже нет. Давайте все-таки пока временно. Не временно, в принципе, это нормальный будет талант для нее. Я тестировал, хороша она будет с ним. Так, ну. Блять, новый талантик. Ну, вы обязаны поставить лайк, блин. Ну что делать? Я даже не знаю. Нужный выпад. Блин, кайфовый талант. Даже не знаю, ребят. Наверное, оставлю на усмотрение владельца. Пусть он подумает, можно поставить. Ну, деду можно поставить. Но я бы тоже на него не ставил.
Он где-то чисто для подземок. Малышник у него нормально прокачанный, одержимый. Как вариант, блин, можно было бы и новой героине, но видите, что... Короче, не знаю. Либо Франки поставишь, посмотришь обзор, уже решишь. Тесси... Блин, можно и Тесси поставить как вариант. Но ты уже решишь сам. Я не хочу ставить новый талант тебе терять. Я и так тебе поставил сюда БВшку, но в принципе она сюда зайдет. На заклинательницу однозначно нет. Вот вариант между этих двух героев. Подумаешь сам, не знаю. Бу-бу-бу-бу-бу. Не хочу, просто тратить, у людей разные бывают мнения по поводу героя, возможно, он захочет там кому-то своих что-то поменять, но талантик реально один из топовых. Конечно, если бы был скрит уроном еще, увеличением, это было бы вообще супер. Да, вот так вот. Вот такой вот, ребята, был у нас сегодня интересный роллинг. Пишите комментарии, как вам такие роллинги. Дайте заявочки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, всем пока.